Всем привет. Анекдот от Александра. Дочка всю ночь не ночевала. Папа такой весь испереживался. Капец. Под утро дочка является, такая бухая такая. Трусы на пальцах мотыляет такая. Папа спрашивает: дочка, где ты была? Она так трусиками мотыляет. Папа, не знаю, как это называется, но теперь это будет моим хобби. Всем пока.